Азербайджанский дзюдоист Мурат Фатиев завоевал бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Тбилиси. Он занял 3-е место в весовой категории 81 кг. В четвертьфинале азербайджанский спортсмен, уступив представителю Грузии в утешительной схватке, поборол португальца, а с канадцем даже бороться не пришлось. Антуан Валуа-Фортье получил травму, и представитель Азербайджана одержал досрочную победу. Эта медаль стала второй в копилке национальной сборной. Ранее бронзу завоевал Карамат Гусейнов в категории 60 кг.